За смерть 15-летнего Адиля Жолдасбекова, скончавшегося во время разминки на стадионе футбольной академии Павлодара, никто не ответит. В полиции уверяют, что мальчик умер своей смертью. Ранее предполагалось, что Адиль Жолдасбеков мог умереть от сильной физической нагрузки. После трагедии полицейские провели ряд экспертиз, чтобы установить истинную причину смерти ребенка. Как уверяют стражи порядка, у школьника было больное сердце. 29 июля во время разминки юный спортсмен пожаловался тренеру на недомогание, после чего мальчик потерял сознание и скончался. Приехавшие на место медики констатировали смерть. Однако зимой Адиль Жолдасбеков проходил медкомиссию, в том числе электрокардиограмму и УЗИ сердца. Тогда проблем со здоровьем у юноши не обнаружили и допустили к соревнованиям. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть подростка наступила от заболевания. На основании заключения полиции вынесено решение об отказе возбуждения уголовного дела.